Дорогие братья и сестры, Церковь Господа Иисуса Христа, все пришедшие на поклонение в Дом Божий, все те, кто присоединился к нам онлайн и смотрит нас в трансляции, хотим поприветствовать вас словами Господа нашего Иисуса Христа. Мир вам! Мы благодарим Господа за то, что Он позволяет нам сегодня участвовать в поклонении Ему, собираться здесь свободно, без каких-то препятствий, без каких-то таких особых трудностей. Есть места на земле, где людям это трудно, где людей притесняют и не дают им возможности собираться свободно и поклоняться Иисусу Христу. Где даже за имя Иисуса Христа преследуют и лишают жизни. Нам стоит благодарить, нам стоит пользоваться этой возможностью и быть активными христианами, трудиться для Христа. Иисус Христос сказал в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих, «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Иисус Христос дает нам жизнь. Давайте жить этой жизнью Иисуса Христа. В начале служения давайте помолимся Господу. Великий Бог наш, мы от всей души благодарим Тебя за Твою безмерную любовь к нам. Мы благодарим Тебя, что Ты позволяешь нам собираться здесь для поклонения Тебе. Мы благодарим Тебя, что мы свободно могли собраться, что у нас нет тех, кто гонит нас сегодня, сейчас, кто, может быть, разгоняет в собрании. Мы благодарим Тебя, что Ты посылаешь нам время благоприятное. Мы благодарим Тебя за эту прекрасную возможность и хотим сегодня вспомнить о тех христианах, кому трудно, кого гонят, кого арестовывают, кого просто за то, что они христиане, последователи Твои, их лишают жизни. Мы молим Тебя, дай им твердости, дай им веры, дай им силы стоять твердо для Тебя. Помоги не отрекаться от Тебя даже в минуты трудности, даже в минуты опасности. Благослови их, Господи. Мы молим Тебя о том, чтобы Ты сегодня помог нам жить жизнью той, которую Ты даешь. Помоги нам, Господи, быть не просто безучастными, хладнокровными, но помоги нам быть горячими христианами для Тебя, во славу Твою, для труда на ниве Твоей. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал все для нашего спасения. Мы благодарим Тебя, что Ты даешь нам спасение, за то, что Ты участвуешь в жизни нашей и продолжаешь свой труд в нас. Мы просим Тебя, продолжай трудиться над нами, продолжай освящать нас, говори к нам Духом Святым, удаляй из нашей жизни то, что не славит Тебя, помоги нам не уставать приближаться к Тебе. Благослови все это служение, Господи, помоги прославить Тебя, как Ты этого достоин. Благослови хористов, благослови проповедь Слова Твоего. Благослови нас всех, чтобы мы были не просто слушателями, но участниками поклонения всей Церкви. Пусть Тебе, единому, премудрому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу будет честь, хвала и поклонение во веки веков. Аминь. Давайте в самом начале мы споем псалом, молитвенный псалом номер 27. «О наш Отец на небесах». Это переложение молитвы «Отче наш». Мы споем его. Будем прислушиваться ведущих. После этого будет служение хора и первая проповедь. Чудеса, святица и да.
Приветствую вас, дорогое собрание. Приветствую также тех, кто с нами сегодня присоединился к нам посредством трансляции. Я хотел бы вместе с вами это утро
поразмышлять над некоторыми словами из молитвы Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 17 глава. Слова, которые касаются меня и каждого верующего. Молитва Иисуса, которая была обо мне и о каждом уверовавшем в Него во все времена. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Начинается молитва Иисуса Христа, который молился, и мы здесь видим, что Он молится о учениках, которые непосредственно с Ним, и о нас, которые будут в определенное время следовать за Ним. 23 стих. Хотел обратить на несколько стихов наше внимание. «И я в них, и ты во мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне». Потому что возлюбил меня прежде основания мира. И 26 стих. И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Я хотел бы заострить наше внимание здесь на той мысли, что Иисус молит Бога, чтобы та любовь, которую Бог проявил к Нему, как к Своему Сыну, была также проявлена небом ко мне и к тебе. Та же любовь, братья и сестры, давайте задумаемся, та же любовь, которой Бог любил Иисуса Христа. Иисус Христос хочет и молит Небесного Отца, что, Господи, ту же любовь дай им. Не дели, дай им ту же любовь. И вы знаете, сегодня, задумываясь над этим, пробирает определенный трепет душу верующего человека. Потому что небо готово дать тебе ту же любовь, которую оно дало Сыну, Богу Иисусу Христу. К чему сегодня побуждает любовь христиан? Божья любовь. Знаете, к чему сегодня побуждает меня, вот как христианина, эта любовь? Мы видим, к чему побуждала эта любовь Иисуса Христа. Она побудила Его для того, чтобы исполнить все слово, все повеления неба, для которые касались нас, людей. Знаете, я задаю вопрос себе вместе с этим, чтобы каждый задал себе перед нашей общей молитвой. Вот на протяжении вот недели, дней, месяцев этого года, к чему побуждала меня Божья любовь? Каким действием? Или все-таки ко всем действиям, которые происходят в моей жизни, меня побуждал какой-то долг? Давайте посмотрим вот на эту разницу. Насколько больше сегодня человек идет, потому что его давит долг, и насколько человек сегодня делает с радостью то, к чему его побуждает Божья любовь. Знаете, очень часто мы понимаем и говорим, что долг нельзя отложить, его нужно отработать, и надо все делать, делать, делать. И зачастую мы становимся пленниками долга, но не носителями любви. Той любви, которую мы по праву имеем, потому что Иисус молил Бога, чтобы Он ее нам дал. Побуждение не по долгу, но побуждение по любви. Знаете, одно оно несет в себе какое-то такое чувство сдавленности, безвыходности, а другое несет чувство радости и благодарности, возвышает. Мы видим, что и каждый из нас испытал очень много побуждений в любви, когда мы, может быть, да, каждый молодой человек, когда мы были молодыми, у нас была любовь к нашей половине, у кого-то еще будет, и эта любовь побуждала нас на очень многие дела. Мы тогда не чувствовали ни усталости, мы всегда хотели находиться в общении с любимым человеком. Давайте перенесем это и посмотрим, а как же все-таки Божья любовь, любовь неба, которая намного больше? К чему она сегодня меня и тебя побуждает? Побуждает ли она мне тому, к тем же действиям, которые мы видим проявлялись в Иисусе Христе? Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Будем молиться и благодарить Бога за эту любовь. Аминь.
Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты посылаешь нам любовь небесную, которая должна двигать нами. Двигать нами, и чтобы мы имели те же действия, Господи, которые имел Иисус, наш Учитель. Господи, я прошу Тебя, чтобы в моей жизни, в каждом дне я чувствовал вот эту любовь, побуждение сделать что-нибудь, Господи, во имя Твое. Добро, Господи, делая, вспоминая о Тебе и понимая, сколько много добра Ты делаешь в жизни каждого из нас незаслуженно, по милости Твоей, Господи. И Иисус, будучи Богом, не смолил небо, Господи, чтобы небо послало Твоим последователям ту же любовь. И чтобы в этой любви мы имели те же проявления друг к другу и к Тебе, к Слову Твоему, Господи. Помоги нам это принять очень близко к сердцу и дорожить этим, и благодарить Тебя за это, что Ты одинаково даешь любовь Твою всем детям Твоим. Помоги нам также одинаково служить Тебе и благодарить Тебя за все это, Бога Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.
Доброе утро, братья и сестры. Я раб Господа Бога Иисуса Христа и рад этому призванию. Сегодня хотел бы поделиться с вами одной из своих авторских песен, которая называется «Твори добро». Мы в этой жизни всего лишь гости, и дни пройдут как пар, как дым. И что оставишь в этой жизни, память доброй или злой? Твори добро по всей земле, твори добро для всех людей. Твори добро, не забывай. В этот мир свой свет являй. Если мы письмо Христово, отражение Его святой любви, добрым делом мы докажем и людям согрешение их простим. Твори добро по всей земле, твори добро для всех людей. Твори добро, не забывай. В этот мир свой свет являй. Твори добро по всей земле, твори добро для всех людей, твори добро, не забывай. В этот мир свой свет являй. Мы сегодня будем участвовать еще в сборе добровольных пожертвований на дело Божье, и это служение, в котором многие смогут поучаствовать. Мы будем молиться скоро об этом. Я хочу сделать несколько пояснений о молитвенных нуждах, которые у нас есть. У нас сегодня немножко будет сокращенным собранием, потому что после служения у нас будет членское собрание. Просим всех остаться. У нас есть некоторая информация, с которой мы хотим поделиться, поэтому после заключительной молитвы у нас будет еще членское собрание. А сейчас немножко хочу сказать о нуждах, которые у нас есть. Ну, во-первых, хочу сообщить, что на этой неделе были похороны сестры Софии Орлиогло. Похороны были в четверг, 2 часа дня. Вот мы выражаем еще раз соболезнования семье и родным и близким. И верим, что Господь может вас утешить и будет утешителем для вас. Хочу сказать еще тоже, что есть нужды к молитве, есть у нас больные, которые нуждаются в наших молитвах. Михаил Дмитриевич заболел, плохо сегодня ему, поэтому будем молиться, чтобы Господь укрепил и послал исцеление. Также сестра Диана Костюк продолжает болеть, она была в больнице, сейчас вроде бы ее вернули домой, то есть она дома, но доктора по сути не знают, что происходит, и был начат курс лечения, но потом приостановлен из-за того, что
были некоторые сложности. Давайте будем молиться о том, чтобы Господь послал ясность докторам, что делать и какой курс лечения предпринимать. Будем просить Господа, чтобы Господь послал свое исцеление, чтобы, несмотря на знание или незнание докторов, чтобы Господь, наш чудный целитель и доктор, сам вмешался и послал свое исцеление. Также есть просьба молиться за Валентина Бондаренко. Брат Валентин сейчас находится в больнице, у него должна была быть операция на этой неделе. Он находится в больнице, поэтому давайте будем просить Господа, чтобы Господь сделал свое дело и чтобы благословил руки врачей, и чтобы сам коснулся его. Поэтому будем просить, чтобы Господь сделал это. Еще просьба, сестра Наташа Кормина просит за своего отца. Они с ее матерью, они были на Украине. Они там сейчас находятся, и там его парализовало инсульт. Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь благословил и помог, чтобы Господь дал милость свою. Будем также просить, чтобы Господь сестру Наташу и ее родственников также благословил и укрепил, потому что, знаете, трудно, когда кто-то заболел из родных и близких, а ты даже помочь не можешь, и как-то так вот далеко. Поэтому давайте все эти нужды, все эти просьбы будем приносить Господу. Еще такая просьба от сестры Тамары. Прошу помолиться за внутреннее состояние, духовное, физическое очищение, освящение, исцеление, чтобы Господь укрепил духовно и утвердил его истине. Так что вот такие нужды, такие просьбы к молитве. Мы еще будем сейчас просить Господа о том, чтобы Он благословил нас, чтобы помог нам, вот, и чтобы, участвуя в этом служении, сборе пожертвований, чтобы мы могли быть щедрыми для Господа на дело Христа, чтобы мы могли открываться и щедро жертвовать и финансово, и когда нужно физически, может быть, кому-то помочь, чтобы тоже это делали, чтобы когда нужно за кого-то помолиться, чтобы мы тоже откликались и участвовали в этом. После молитвы мы вместе споем Псалом 725, «Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой». А сейчас давайте встанем и помолимся Господу. Господь наш, мы от всей души благодарим Тебя за Твою заботу о нас. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты присутствуешь в жизни нашей, Дух Святой. Благодарим Тебя, что Ты наш утешитель, за то, что Ты с нами и в нас. Благодарим Тебя, Спаситель наш Иисус, что Ты присутствуешь здесь с нами сегодня, потому что здесь больше, чем двое или трое собрались во имя Твое. Мы благодарим Тебя за Твои наставления, за Твое Слово, за то, что Ты уже сегодня указал нам и напомнил нам о важности любви, чтобы в наших сердцах был не просто долг, не просто обязанность, но любовь горячая к Тебе. Укрепляй нас в этом, Господи, обновляй нашу любовь, благослови нас. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты участвуешь в жизни нашей, за то, что Ты заботишься о нас постоянно. Благодарим Тебя за возможность трудиться, благодарим Тебя за возможность получать зарплату, Господи. Благодарим Тебя, что Ты даешь нам и посылаешь все, в чем мы имеем нужду. Господи, это не наша заслуга. Есть очень много людей по всей земле, которые очень много трудятся, но ничего не получают или получают крохи, недостаточное для пропитания. Господи, когда мы смотрим на то, чем Ты нас благословил, мы очень рады и благодарим Тебя, Боже, что Ты посылаешь нам все. Мы благодарим Тебя, что Ты не требуешь, чтобы мы отдавали Тебе 90%, Ты позволяешь нам участвовать в служении Тебе. И поэтому просим Тебя, благослови нас иметь сердце щедрое. И тогда, когда можем отдать 10, помоги отдать 10. Когда можем отдать больше, Господи, помоги нам быть щедрыми, как Ты щедр и многомилостив к нам. Благослови это служение, служение, которое мы сейчас будем участвовать, финансовые пожертвования на нужды церкви. Мы просим, чтобы Ты благословил нас в этом и помог нам быть готовыми трудиться для Тебя. Благослови нас и помоги, чтобы церковь наша, получая эти средства, могла мудро использовать их на дело служения Тебе. Господи, мы благодарим Тебя, что Ты участвуешь в жизни нашей, когда мы обращаемся к Тебе с нашими молитвами, с нашими просьбами.
Когда мы взываем Тебя, как дети, Ты слышишь нас. Слава Тебе за это, Господи. Вот сегодня мы хотим вспомнить тех, кого нету сегодня среди нас, о больных наших. Мы просим Тебя за Михаила Дмитриевича. Ты знаешь, что происходит. Мы просим Тебя, чтобы Ты послал ему укрепление, чтобы Ты исцелил его, чтобы Ты послал ему благодать и милость Твою. Мы просим Тебя, Господи, за сестру Диану. Ты видишь и ее состояние, Ты знаешь, в чем проблемы, Господи, Ты знаешь все. Мы молим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Ты исцелил, чтобы Ты послал Твое здоровье от Тебя, чтобы Ты благословил врачей, чтобы они могли понимать хотя бы, как подходить и что делать. Молим Тебя, Господи, за брата Валентина Бондаренко. Ты видишь эту подготовку к операции. Просим Тебя, благослови. Мы молим Тебя, Господи, чтобы Ты его исцелил, чтобы Твое исцеление было в нем. Просим Тебя, Господи, благослови и помоги ему, Боже. Мы молим Тебя также и за брата Петра Мыскив. Ты знаешь, что происходит, и Ты знаешь его состояние. Мы молим Тебя, яви свою милость, пошли исцеление. Благослови, Господи. Просим Тебя, чтобы Ты жену его там благословил, Господи, потому что ей, наверное, очень трудно сейчас, и просим Тебя, чтобы Ты укрепил и утешил, помог доверяться Тебе. Молим Тебя за сестру Наташу, чтобы Ты ей помог доверять Тебе и полагаться на Тебя во всем. Благослови нас, Господи, благодарим Тебя, что Ты слышишь молитвы наши. Мы просим Тебя также о том, чтобы Ты благословил и сестру Тамару. Ты видишь просьбу, слышишь просьбы эти о духовном очищении, освящении, о физическом и о душевном. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил, чтобы Ты послал Твою благодать и милость, чтобы Ты хранил и оберегал. Мы просим Тебя, благослови и дальнейшую часть нашего служения, благослови нас в нашем поклонении Тебе, помоги любить Тебя, служить Тебе от чистого сердца. Пусть Тебе за все будет хвала и слава Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Давайте так стоя споем один псалом, 725-й, «Лучшие дни нашей жизни». Это псалом молодежный, это будет от лица молодежи, но давайте не будем говорить, что наши дни уже прошли и что лучшее позади. Лучшее у нас впереди, потому что мы увидим Господа. Лучшее все впереди, но сейчас что имеем? Вот это лучше отдадим Богу. Пожалуйста. Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него. Пожалуйста, места, пусть эта песня звучит в наших сердцах, чтобы мы не боялись врага, чтобы вот с таким радостным пением хваления мы могли выступать на борьбу с грехом, на борьбу с врагом нашим.
Еще неделю назад у нас была тема о сошествии Духа Святого. Мы говорили о участии Духа Святого в жизни Церкви. Я хотел бы несколько продолжить, может быть, эту тему, но подойти к этому совершенно с другой стороны. И хотел бы, чтобы мы обратили внимание на некоторые опасности или сложности, на некоторые предупреждения, которые есть в Писании для Церкви. В этом городе были видны следы былой силы и роскоши, несмотря на нынешний упадок. Сам город располагался в живописном месте недалеко от долины красивой реки на территории древней Лидии, что находится на территории нынешней Турции. С севера тянулся горный хребет, от которого отходили холмы и плоскогорья. На одном из этих отрогов располагался красивый город, который был почти неприступным. Этот город был очень богат, когда-то рядом были золотые залежи, сделавшие города его царей очень богатыми. Одним из царей был Крез или Крес, по-разному называют. До сих пор сохранилась поговорка «богат как Крез». Креза предупреждали, что ему и его городу нужно соблюдать осторожность и не забывать об опасности. Гордый царь и его подданные не очень обращали внимание на эти предупреждения, потому что считали, что сила стен и высота гор могут отвратить любые нападения врага. Но воины Креза не славились дисциплиной, и его граждане стали изнеженными от жизни в роскоши, и, другими словами, потеряли бдительность. В конечном итоге город был поражен войсками персидского царя Кира. После этого город много раз захватывали и опять отстраивали. Этот город называется Сардис. И вот именно для жителей этого города, для христиан Сардиса, прозвучали однажды грозные слова от самого Иисуса Христа. Давайте откроем Писание и прочитаем эти слова, которые сам Господь передал Иоанну на острове Патмос. Откровение, 3 глава. Первые 6 стихов. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий 7 духов Божиих и 7 звезд. Знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Я сегодня хотел бы обратить внимание на один аспект, на одну проблему этой церкви. Можно было бы говорить о гораздо большем. Если рассматривать детально все эти 6 стихов, мы многому можем научиться и многое взять для себя. Я хочу сегодня оттолкнуться от одной мысли. Но вначале давайте поговорим, в чем же была проблема Сардийской церкви. В чем проблема этой церкви? Иисус Христос говорит ей свое послание. Иисус Христос передает через апостола Иоанна, как мы говорим, Иоанна Богослова, передает вот эти важные слова. Проблема церкви была в том, что в них был найден грех. Посмотрите, 2 и 3 стихи. «Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим». И еще одно, 3 стих, «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся». То есть необходимо покаяться, значит, что-то, то, что приняли раньше, оставили, забыли, перестали использовать то, что приняли. Нужно покаяться. Дальше посмотрите, призыв к бодрости. «Если же не будешь бодрствовать», то есть если будешь продолжать находиться в сонном состоянии, «я найду на тебя, как тать». Это старое славянское слово «разбойник». «Найду на тебя, как разбойник, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя». Итак, в них найден был грех.
Иисус призывает их покаяться, вспомнить то, что они слышали о Боге сначала, то, что приняли, и хранить это. В противном случае Иисус угрожает прийти к ним, прийти внезапно, как приходит разбойник, застать врасплох. В истории Сардиса несколько раз такое случалось. Им должны были быть известны эти случаи, когда Кир осадил город после долгой осады. Все-таки стены были сильными, город находился на возвышении, на отрогах горного массива. Им казалось, что Кир, какая бы у него армия ни была, что он не сможет войти в город. Но проблема с этими горами была в том, что это не были крепкие горы. Это не были даже гранитные какие-то горы или какие-то базальтовые, может быть, горы. Это была достаточно мягкая порода. И в них со временем образовались овраги и трещины. И когда этот город находился наверху горы, несмотря на то, что он находился на возвышенности, вскоре один из солдат Кира, нападающая или осаждающая армия, он вдруг заметил, как у одного из защитников крепости шлем упал и скатился по трещине вниз. И этот защитник стены полез за этим шлемом. И он заметил это. И ночью отряд воинов, небольшой отряд, поднялся по этим трещинам внутрь города и захватили город, потому что воины были не готовы. Они не охраняли эти трещины. Зная о том, что они есть, они оставили их так, сами не бодрствовали. И вот в таком сонном состоянии город был захвачен. Давайте обратим внимание на слова Иисуса. Я хочу обратить внимание на вот эти слова, и я надеюсь, что они прозвучат сегодня каждому. Я прошу, братья и сестры, я хочу, чтобы все слышащие сегодня это слово обратили внимание на это. Не отражайте это, не передавайте это соседу, не говорите, что это не для меня. Давайте обратим каждый внимание на эти слова. Послушайте, постарайтесь услышать, как будто бы ваше имя здесь есть. Ты носишь имя, будто ты жив. Или ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Сильные слова. О чем эти слова и как их понять? Прежде всего, эти слова относятся к христианам. Давайте согласимся с этим. Почему? Да потому что для христиан характерно и естественно называться людьми полными жизни. Вот посмотрите, давайте просто вспомним, что в Библии, в Писании так много сказано о том, что верующие в Иисуса Христа получают жизнь. Ну хотя бы давайте вспомним текст из Иоанна 3:16, самый, наверное, известный стих Библии. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Посмотрите, речь идет о жизни, о жизни вечной. Текст, который я прочитал в самом начале служения. Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Иоанна 10:10. Обратите внимание, Иисус говорит о жизни. Евангелист Иоанн очень много внимания обращает именно на жизнь. Если мы вспомним, что когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы уверуем в Иисуса Христа, написано, что мы воскресли с Ним или совоскресли с Ним, да? Мы живем для Бога. Мы ожили со Христом и поэтому должны жить для Него. Римлянам 6:13 апостол Павел пишет. А вспомните, что написано в послании к Ефесянам, 2 глава, 1 и 6 стихов, когда написано, что мы по грехам и беззакониям нашим были мертвы для Бога. Но Бог, там интересное слово, оживотворил, не просто оживил. Вы обратили внимание когда-то на это слово? Оживотворил. Он не просто оживил нас, но Он что-то переделал. Он сотворил и оживил. Мы обычно не употребляем слово «оживотворил». Но посмотрите, здесь апостол Павел, похоже, придумывает даже новое слово. Оживотворил. Сотворил что-то новое и перевел нас в жизнь. Мы не просто как-то улучшили нашу прошлую жизнь. Спасение и жизнь с Богом – это не просто какая-то улучшенная греховная жизнь, друзья. Это новая жизнь. Мы рождаемся свыше. Мы рождаемся от Духа.
Эта жизнь должна быть новой. Эта жизнь имеет какие-то новые вещи, которых не было, которые мы не знали. Почему? Да потому что в грехах и беззакониях мы были мертвы для Бога. А вспомните еще тексты, сами Иисус говорит, что когда человек приходит к Иисусу, к источнику воды живой, верит в Него, у него из чрева должны потечь реки воды живой. Другими словами, христиане должны быть всегда связаны с жизнью. Последователи Иисуса Христа, верующие в Иисуса Христа, должны иметь в себе жизнь. И вот давайте опять вернемся к этим словам. Носишь имя, будто жив, но ты мертв. Что это может значить? И что причиняет смерть? В данном случае мы уже сказали, что грех причиняет смерть. Грех поражает волю, грех убивает чувства или убивает совесть грех. Грех уничтожает все прекрасное, делает все ужасным. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, что очень часто люди не бросаются во все тяжкие грехи сразу, и смерть не наступает мгновенно и без всякой причины. Для прихода смерти должна удалиться или уменьшиться жизненная сила, так называемая энергия жизни. Даже физически люди не умирают мгновенно, вот просто так. Очень часто предшествует или болезнь, или, например, годы старости. Очень редко случается, когда человек не болел совершенно, никаких проблем, исследует потом, например, вот делают ему исследование, вскрывают тело, и нету ничего. Очень редко такое случается, чтобы человек в расцвете сил, без каких-то проблем, умер вот просто так. Это может случаться, но это редко. В жизни духовной точно так же происходит. Не наступает духовная смерть вот так, быстро, мгновенно. Очень часто духовная смерть приходит постепенно. Человек увядает, заболевает, и затем приходит смерть. Иисус Христос однажды сказал по отношению к фарисеям и книжникам очень сильные слова. Послушайте. Матфея 23 глава 27-28 стихи. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Посмотрите, насколько сильные слова. Иисус Христос уподобляет людей гробам. В Израиле традиция какая была, когда хоронили людей, то хоронили в гробах или в гробницах, высеченных в скалах. Эти гробницы часто украшались. После того, как проходил определенный курс времени, кости их собирались в такие ящички. Мы как-то брали группу, когда у нас еще была библейская школа в том старом здании. Мы со студентами ходили, однажды была здесь у нас, делали выставку в даунтауне, в Миннеаполисе, «Свитки Мертвого моря», и там было несколько гробов. Они называются по-английски ossuary, или, ну, такие гробики, сделанные из камня. Их высекали из камня. В эти гробики собирали кости. Это не были такие полноразмерные гробы, как у нас, из дерева, может быть, сделанные, или сейчас здесь, которые делают из каких-то других материалов. Но вот эти гробики уже туда собирались, не клался весь человек, вот как вот умер и все. А кости собирались из гробницы и складывались в этот небольшой гробик. Эти гробики очень часто были резными, на них резьба какая-то по камню красивая была. Чем богаче человек был, тем мог позволить себе лучше вот такой гробик. Иисус Христос напоминает фарисеям: вы подобны вот таким вот вещам, вы снаружи красивы, внутри вроде, или снаружи не придерешься, снаружи все нормально, все хорошо, а внутри что? А внутри нечистота. По еврейскому пониманию или по пониманию Ветхого Завета, кладбище – это место нечистоты. Если ты приходил на кладбище, если ты прикасался к гробу, если ты заходил в гробницу, то ты до вечера был нечистый, ты не мог участвовать в богослужении в храме, потому что тебе нужно было проходить через обряд очищения. Соприкосновение со смертью делало человека нечистым в Ветхом Завете.
Иисус говорит фарисеям: посмотрите, вы красивы снаружи, а внутри полны всякой нечистоты. Почему он эти слова сказал? Они вроде бы безупречно исполняли закон. Они вроде бы все делали, что нужно, и что красиво, и что хорошо, но сердце их было далеко, в них не было любви. Они не любили Бога по-настоящему. Они делали то, что делали для того, чтобы в каких-то случаях была похвала от Бога, в каких-то случаях для того, чтобы долг свой исполнить, но любви к Богу этого не было. А вспомните повеление еще в Ветхом Завете: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Проблема фарисеев была в том, что они имели вид жизни, но внутри них была смерть. Они стали просто механически выполнять закон Бога, они перестали любить Бога. Они свели жизнь с Богом всего лишь к исполнению религии. Дорогие друзья, я сегодня хочу сказать, что иногда религиозная жизнь может убить веру. Иногда в нас нету веры, мы продолжаем по инерции делать то, к чему привыкли с детства. Мы продолжаем приходить на собрание и делать вроде бы хорошие дела, но внутри нет жизни. Внутри нет горячей любви к Богу. Внутри нет того, чтобы я мог за Бога, чтобы я мог постоять, чтобы я мог жизнь свою отдать, если это нужно. Внешне вроде бы без проблем, но внутри нет жизни, нет любви, нет желания идти к Богу. Еще раз обрати внимание на эти слова. Ты носишь имя, будто жив, но внутри мертв. Я хочу сказать, что это проблема не только Сардийской церкви. Это, к сожалению, проблема очень многих церквей сегодня. Особенно в нашей стране, в этой стране, где мы живем. Наше общество изменяется очень быстро. Меняются устои и принципы жизни. Люди очень легко отказываются от того, за что, может быть, их предки воевали, что было дорого. Сегодня люди отказываются очень легко от этого. Все это происходит потому, что нет глубокого убеждения, нет силы, нет личной веры. Может быть, потому что внутри смерть, а не жизнь. Сегодня очень многие люди уходят из церквей. Я делился как-то уже несколько лет тому назад, говорил о статистике, но сегодня, может быть, по-другому немножко скажу, что несмотря на то, что в мире на сегодня есть очень большой интерес к духовному, к духовности, люди покидают церкви. Это происходит не только в одной какой-то из церквей или в какой-то деноминации. Особенно много людей покидает церковь среди молодежи. Ну, к примеру, я просто скажу, что в Европе это достигает вот такой вот стадии потопа, можно сказать. То есть потоком люди уходят из церквей. К примеру, в Германии в течение последних 10 лет 515 католических церквей было закрыто. А это серьезно. Потому что католическая церковь функционирует немножко по другому принципу, чем мы. У них приход, у них не просто церковь, членов церкви, у них приход. То есть это люди, которые живут в округе. Он может приходить раз в год в церковь, но он все равно считается участником этого. И для того, чтобы закрыть церковь, это значит, что все общество в округе должно очень сильно измениться и перестать посещать совершенно церковь. Две трети церквей в Голландии, там их 1600 церквей, две трети из этих церквей уже закрыты, и 700 протестантских церквей будут закрыты в течение следующих 4 лет. Проблема не только в Европе, проблема и здесь, в Америке. Например, в Южной Баптистской конвенции, это самая большая протестантская деноминация в Соединенных Штатах, которая до сих пор, может быть, до недавних пор была достаточно, сильной. У них закрывается от 800 до 1000 церквей ежегодно. Я просто это говорю не для того, чтобы сказать и как-то поразить ваше воображение или дать вам, может быть, лишнюю статистику. Я просто говорю о том, что это свидетельство того, что где-то смерть уже наступила раньше, чем закрылась эта церковь. Что где-то смерть победила жизнь. Что в каком-то месте случилось то, чего люди, может быть, не услышали в словах Христа. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв.
Дорогие друзья, я хочу сказать, что среди молодежи это тоже достаточно серьезно. По некоторым данным. Кто-то спорит с этим, по-разному люди подходят к этому, но есть некоторые статистические данные, что в американских церквях 70% молодежи уходит из церквей по достижении 18 лет. Это серьезно. Пора проснуться, пора молиться. Не только молодежи, но и родителям, и бабушкам, и дедушкам, и молиться по-настоящему, и молиться не просто изредка перед сном, но молиться и поститься, и стоять в проломе, и самим включаться и горячо служить Господу. Может быть, многим нашим современным церквям сегодня нужно услышать слова Иисуса к Сардийской церкви. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Как это выражается? Очень часто так, просто отсутствие интереса, отсутствие посвященности, отсутствие желания, безжизненные служения, вялые проповеди, слабые молитвы, апатия к жизни. Гораздо легче, может быть, христиан заинтересовать каким-то спортивным мероприятием, чем богослужением в церкви. Гораздо легче христианам заинтересоваться какой-то баскетбольной командой или какой-то звездой спорта, чем самим Господом Вселенной и Иисусом Христом, которому ты идешь на поклонение. Я хочу спросить. Я не буду сейчас говорить, но я хочу спросить. У меня здесь вопросительный знак. Проблема нашей церкви? Мы говорим о том, что в Сардисе была такая проблема. Мы говорим, что во многих церквях сегодня, окружающих нас, есть эта проблема, что люди носят имя, будто живы, но на самом деле мертвы. Я хочу спросить, это проблема нашей церкви? Мы хотим, чтобы это было? Ты хочешь лично услышать от Иисуса Христа такие слова? Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв? Если посмотреть на нас, в нас внимательно, что в нас? Жизнь или смерть? Мы должны иметь жизнь Иисуса, должны иметь веру в Него, которую ничто не должно угашать. Но так ли это на самом деле? Внешне, вроде бы у нас неплохо обстоят дела, мы смотримся даже неплохо. Когда сравниваем себя с другими, например, с другими церквями, особенно с теми, у кого смерть уже проглядывает наружу, знаете, как вот эта бледность мертвеца уже проглядывает наружу, может быть, если мы сравним себя с такими церквями, мы можем даже неплохо смотреться. А что, если мы возьмем во внимание служение в среду вечером, или даже в воскресенье вечером? А что лично у тебя внутри? Насколько много жизни? Насколько я люблю Бога? Насколько я хочу принадлежать Ему, как я стремлюсь к Иисусу? Осталась ли во мне любовь к Иисусу больше, чем любовь к удобству? Насколько мне дорога церковь, которую любит Иисус и которой я принадлежу? Если у меня есть возможность пойти на концерт, посмотреть спортивное состязание, поехать на рыбалку, покататься на лодке или на джетски, тогда, когда идет богослужение в церкви, что выбираю я? Я не говорю сейчас о легализме, я говорю об отношении сердца. Я не говорю, что если ты просто приходишь в церковь для того, чтобы тебя видели, что ты здесь, и что-то кто-то мог бы поставить галочку, молодец, посетил, зачтено. Я не об этом говорю, я говорю о желании сердца. Давайте просто позволим Иисусу проверить нас. Проверить тебя, проверить меня, насколько много во мне жизни. Не думаю, что все настолько просто, что если ты здесь, то все проблемы решены. Иногда ты можешь присутствовать здесь, но сердцем находиться далеко от Бога. Внимание! Это не просто для твоего соседа, это не просто для кого-то, это не для твоей бабушки или дедушки, это не для твоих родителей или детей, это для тебя. Постарайся не отражать эти слова, но выслушай и прими их. Тогда, когда я или другие служители говорим тебе, что ты можешь исправить твое личное духовное состояние, что твои проблемы на работе или твои серьезные семейные проблемы можно исправить, если ты примешь библейские советы, насколько серьезно ты воспринимаешь это? Разве не бывает того, что
ты просто отмахиваешься и говоришь, мне никто не может помочь. Это не относится ко мне. Библия не имеет отношения, и мои сегодняшние проблемы, моя проблема с женой, моя проблема с мужем, они не могут разрешиться по-библейски, они не могут разрешиться так, как Бог говорит. Я уже махнул на это все рукой. Разве такого не бывает? Поверь, это не просто для кого-то, это для тебя, это для меня. Эти слова, это предупреждение Иисуса Христа, оно для нас. Рассказывает, что однажды в маленький городок приехал новый пастор. В первые дни своего служения он провел, посещая членов церкви, приглашая их прийти на богослужение. На следующее богослужение церковь была пустой, не пришел ни один человек. После этого пастор поместил в местной газете объявление, которое говорило о смерти церкви и о том, что в следующее служение или в следующее воскресенье будут похороны церкви в соответствии с христианскими традициями. Заинтересовавшись этим, верующие пришли на похоронное служение. Перед кафедрой стоял гроб в окружении цветов. Пастор произнес хвалебную речь ушедшей церкви, снял крышку гроба для того, чтобы верующие могли, выстроившись, отдать дань последнего уважения. Людей переполняло любопытство. Они спрашивали друг у друга, а что же будет там в гробе? А какое тело или что там будет вместо тела? Как будет представлено тело мертвой церкви? Они быстро выстроились в очереди, начали подходить один за другим, спеша заглянуть в гроб. Каждый подходил ко гробу, и после того, как заглядывал в гроб, с виноватым видом выходил из церкви. В гробу лежало зеркало. Слова Христа: ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Дорогой друг, пусть это слово, в какой-то мере страшное слово, пусть коснется тебя, чтобы ты мог проверить свою жизнь. Я не хочу, чтобы это стало моей характеристикой. Я хочу быть с Иисусом, я искренне хочу жить для Него. Даже если опозориться ради Иисуса, ну и пусть. Даже если мир ставит ни во что, ну и пусть. Я хочу быть с Иисусом, я хочу быть с Ним. Я хочу, чтобы Он по-настоящему был во мне, чтобы Он проявлялся во мне. Я не хочу быть ходячим трупом. Я хочу жить для Него полноценной жизнью. Я хочу иметь жизнь с избытком, чтобы этой жизни было достаточно не только для меня, но чтобы она переплескивалась через край, чтобы даже лишнее было, и чтобы оно переливалось через края. Я хочу такой жизни. Дорогой христианин, хочешь ли ты такой жизни? Что если бы мы жили по-настоящему? Есть в Библии другое сравнение, или еще один текст, который говорит о церкви. Это удивительное, парадоксальное сравнение. Это название церкви, которое, или может быть даже образ церкви, который выглядит несколько парадоксально. Называется такая церковь «живые камни». Ну, камни — это камни, они не могут быть живыми. Но в Библии есть такой текст, который говорит о том, что церковь должна быть живыми камнями, то есть живым строением. 1 Петра, 2 глава, 4 стиха. «Приступая к Нему, к Иисусу Христу, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, будьте выстраиваемы, как дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот я полагаю, всего не камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в Него не постыдится». Итак, Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Что если бы мы строили не только физическое строение, но духовный дом для Господа?
Я приглашаю всех на такую стройку, где руководителем, инженером и архитектором является сам Господь Иисус Христос, который сам себя поставил краеугольным камнем для этого строения. Ты можешь занять свое место среди тысяч других камней и можешь быть живым камнем в этом строении, в котором должен прославиться Господь. Давайте вместо похоронного служения нашей церкви будем упражняться в жизни. Давайте не унывать, а праздновать и радоваться тому, что мы можем жить для Бога. Давайте жить для Бога. Давайте любить крепко, без извинений, без отвлечений по сторонам. Давайте встряхивать себя, если нужно, каяться. Будем каяться и идти за Богом дальше. Давайте в это время без различия и холода быть горячими и страстными для Бога. Давайте жить для Него. Аминь. Помолимся Господу.
слышишь, Господи. Мы поклоняемся Тебе, наш Бог. Аминь. Господь, мы славим Тебя и благодарим Тебя за то, что Ты много делаешь для нас, за искупление от грехов наших, за спасение, за то, что подарил нам жизнь, жизнь новую, жизнь непохожую, жизнь уникальную, за то, что даешь нам жизнь Твою. Слава Тебе, Господи, за это. Благодарим Тебя, что это такая жизнь, которая продолжится в вечности. Мы просим Тебя, помоги нам жить этой жизнью Твоей. Помоги нам, Господи, жить для Тебя. Помоги нам не становиться духовно мертвыми. Просим Тебя, пошли нам жажду этой жизни. Помоги нам, Господи, посреди распространения вот такого безразличия духовного и какой-то смертности, помоги нам держаться за Тебя, за начальника жизни. Просим Тебя, благослови нас, Боже, и помоги, чтобы мы могли быть горячими для Тебя, чтобы эта жизнь, которую Ты даешь, чтобы она действительно была в нас. Благослови меня, Господи, благослови мою семью, благослови каждого из нас, чтобы мы могли стремиться к Тебе, чтобы мы не просто назывались именем живых, но чтобы мы были живыми по-настоящему. Благослови церковь нашу, пусть Тебе всегда будет честь, хвала и поклонение Богу Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Занимайте, пожалуйста, места сейчас служения хора. Приветствую вас, братья и сестры. Песня, которую мы хотим спеть с молодежью, говорит о том, что будет встреча, будет тот день, когда мы встретимся с нашим Иисусом Христом, и мы наследуем небесные обители. И там есть такие слова, повторяются: «Все мы дети». Ну и молодежь, соответственно, отреагировала, сказала: «Мы уже не дети». Но в продолжении говорится: «Все мы дети всемогущего нашего Отца. И только тот, кто является настоящим детем нашего Отца, наследует вот эти небесные обители».
наше служение подходит к концу. Я хочу, чтобы мы сейчас спели еще одно пение, я хочу предложить пение. Псалом 166. «Пусть земля все утверждает, что тобой я не спасен». Мы споем 1, 2 и 5 стихи. Обратите внимание, 1, 2 и 5 стихи. Я хочу еще обратиться к слушающим, к тем, кто находится здесь. Может быть, вы давно христианин, может быть, вы ходите, посещаете служение давно, может быть, выросли в христианской семье, но слова о том, слова о жизни, может быть, как-то вас коснулись сегодня, и вы, может быть, хотите иметь такую жизнь или чувствовать эту жизнь, может, никогда не переживали этого. Может быть, вы спрашиваете, с чего начать, как начать такую жизнь, где получить ее. Давайте начнем хотя бы с того, чтобы искренне раскаяться перед Богом. Искренне попросить у Него прощения. И передать Ему господство своей жизни. То есть сказать: «Господи, не хочу сам управлять, возьми Ты мою жизнь. Руководи Ты мною, веди Ты меня сам. Я понимаю, что мне нужна Твоя помощь. Помоги мне, Господи, спаси меня, пошли мне жизнь. Дай мне новую жизнь, лучшую жизнь, горячую жизнь». Если при этих словах, когда вы слышали слово Господне, когда слышали проповедь, если ваше сердце дергалось или, может быть, как-то зацепило это вас, может быть, Дух Святой хочет вам что-то сказать. Поэтому я хотел бы предложить, чтобы сейчас, когда мы будем стоя петь это пение, «Пусть земля все утверждает», которое говорит о посвящении и радости. Если в вашем сердце нет этого посвящения, нет этой радости, вы можете выйти вперед и хотя бы сделать первый шаг к тому, чтобы получить эту радость. А потом подойдите к любому из служителей и будем говорить, что делать дальше и каким образом делать так, чтобы, или каким образом можно будет упражняться в жизни новой с Богом. Давайте мы встанем и будем петь это пение. Я попрошу, чтобы мы спели 1, 2 и 5 стихи. После пения брат Василий Георгиевич подойдет сюда и несколько слов скажет, потом брат Павел и брат Ян Головатый сделают объявление. Сейчас, пожалуйста. Земля вся утверждает, что тобой я не спасен. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, приветствую вас, мир вам. Всего 8 месяцев назад я стоял здесь, и прошло вот так мало времени, и мы здесь опять. И опять хочется вам выразить слова благодарности. Господь благословил меня и на этот раз сделал еще одну операцию, и слава Богу, все удачно, все хорошо, и сердечно хотелось бы поблагодарить церковь за материальную, за духовную, за молитвенную поддержку. И знаете, все-таки, когда в таких ситуациях сложных человек делает всегда обязательно какой-нибудь вывод. И я убедился в том, что если действительно человек отдает полностью себя в руки Христа и полностью доверяет Господу, так он твердо стоит на духовных ногах. Может, на физических не всегда так твердо, но на духовных Господь благословил. И вот мы здесь, и слава Богу, что наша вера укрепилась, проходя через, как написано, долиной плача, и все равно Господь не оставляет. Я благодарю вас, и пусть Господь благословит вас за все, что вы делаете. Мы это чувствуем там, и благодарность вам. Спасибо. Слава Богу. Приветствую вас всех. Информация по поводу лагеря «Отцы и сыновья». Это уже 5-й год, когда мы его организовываем. В этом году немножко будут изменения. Лагерь будет проходить в 2 этапа. Первый этап – это будут подростки. То есть, кому исполняется в этом году 12, 12 и старше. Второй этап – будут дети, которые с 6 до 11 лет. Почему мы так сделали в этом году? Прошлый год нам показал, что мы не можем сконцентрироваться на одной теме, когда очень большой разрыв в возрасте. В этом году 12 лет и старше дети пойдут на так называемый Boundary Waters. Это государственный заповедник, несколько часов езды отсюда. Никакой цивилизации, только лодка, весла, ты и папа. Ну и палатка еще. Поэтому, кто заинтересован в этом, пожалуйста, подойдите ко мне. Будет спикер. Брат Джан с Африки, мы все знаем, он приезжает к нам в гости. Это Сережа Селюков нам помог в этом. Он будет спикером. Тема будет зависимость от вредных привычек. То есть курение, пьянство, сайты интернетные, наркотики. Поэтому мы в этом году делаем два, как бы старших подростков берем с собой. Для них эта тема будет более понятна, более насущна, чем детям, которым 6 лет. Значит, для того, чтобы поехать туда, нужно иметь свою кану. Лодки там не разрешаются, во-первых, потому что вода насыщена разными породами, то есть камни и так далее, и можно оставить и мотор, и лодку, все там. Поэтому там разрешается только на кану, тем более, что это заповедная зона, должно быть все тихо. Телефоны не работают, естественно, электричества нету. Как вообще будут проходить там? Значит, на 3 дня мы едем. Мы едем с пятницы, суббота, воскресенье. Пятница... Скорее всего, это будет свой день вместе с папой. В субботу это будет тема с Джаном. И в воскресенье это снова отец и сын, только на природе. Что касается 6 и 11 лет детей. Я извиняюсь. Значит, подростки, как и запланировано, остаются на 26 и 28 июня. То есть через 4 недели. Дети, которые 6-11 лет, они будут с 21 по 23 августа. Чтобы вы взяли во внимание, кто меня спрашивал. Значит, ну, мне нужно будет знать заранее, кто из старших будет ехать, поэтому подойдите, и мы поговорим об этом. Все, спасибо. Приветствую, дорогая церковь. Это объявление будет для молодежи. У нас сегодня будет очень особенное служение, потому что сегодня мы будем принимать подросток, молодежь, и просьба, чтобы вся молодежь была там, и также родители, чтобы ваши подростки также там были, потому что это будет очень особое служение. Спасибо. Хорошо, спасибо за... Я забыл, что у меня есть с собой микрофон. Спасибо за все объявления. На этом наше объявление заканчивается, и мы... скажем, до встречи, друзьям, в эфире. Вот. Ну, а сейчас...